Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня плов, праздничный такой небольшой ужин. У мамы сегодня день рождения, мы решили покушать. Свечей в плове не хватает. Чего? Свечей, говорю, в плове. Почему? Просто ужин. Ужин у нас. Перемешай там. Бабушка пришла на готовый ужин. Хорошо, уселась и иди. Чесночок. Простите. Ну да. Как обычно. Мы же мы по-другому-то не можем. Головку чеснока уберем. Почему? Сейчас она нам нужна. Молодец. Так, Настя, давай тарелку. Давай маме первой. Мама тебе давай. Ну по кругу надо было идти. Да, еще чуть-чуть. Мам, ну ты у нас Даша будешь съедать. Настя, давай. Нет. Мне пока тоже хватит. Даша, у нас сегодня даже не обедала. Очень я голодная. Да. Тарелка съедает. Будем кушать, никого не слушать. Все. Да ничего там. Ну, понятно, только с пылу с жару. Нет, он уже минут 40 стоит. Он просто под крышкой, и я еще сверху махровым полотенцем накрыл, чтобы тебе было. Так, кому огурчики? Кому лучок, помидорки? Я такой огуречек и мама такой огуречек. Огурели соленые, да. Мама, как обычно, ну я возьму, Настя, но я достаю. Скромничает. Паша, давай кушаем, да? Всякую ерунду не болтаем. Паш, кушай. Бери огурчик. Владимир Николаевич, если вы даже тихо говорите, все равно будет все слышно. Все слышно, даже если шепотом скажешь. Так что можете не шептать, все равно все слышно. Хорошо. Очень хорошо, четко. Почему-то сегодня плов немножко не такой. Почему? Обычно мясо, наверное, другое. Мясо такое. Лопатка говяжья. Лопатка. Ну такой же. Вкусный? По мне так вроде такой же. Угу. У нас мясо, да, они те же вкусные, одинаковые. Мясо нормальное. Знаешь, на сегодняшний день вкуснее было. Ему надо настояться. Я люблю вот, чтобы мясо было с прожилками, сальса. Вот это вкусное сало. Это мягко получилось. Ну вот это... Сколько по времени? Так а что с пловом не то, я не пойму. Вкус какой-то не такой. Да то же самое. Мне кажется, чуть-чуть соли не хватает, а так мне кажется нормально. Соли не хватает? Чуть-чуть, мне кажется. А, ну огурцы же есть. Mm-hmm. Точно. Да. Вкусненькие, соленые. Mm-hmm. По времени часа полтора готовится. Даша, пол килограмма лука, пол килограмма морковки. Будешь? Мясо грамм 600. Нет, я добавила. Mm-hmm. Риса тоже пол кило. Рис какой? Длиннозерный. Ну что, можно огурок? Дети оливки не едят. И можно один стрючок лука. А, у нас есть, кстати, вот, не надо. Даша, ты его будешь? Да, не надо. Даша, черемшу кушаешь? Черемшу уже кушаешь? А. Ты забыла? Угу. В прошлый раз она мне как-то давно говорит, бабушка, купи мне черемши. Я говорю, я же не знала, что ты кушаешь. Но в этом году у нас черемша прям надолго задержалась. Это дачная черемша. Ты куришь с черемшой. Паша, ты не кушаешь? Ну, черемшу не кушаешь? Пробовал. Mm-mm. Помнишь, бутербродами как-то он там заворачивали, обворачивали они так. По чуть-чуть берет. Я предлагала хлеб, никто не хочет. Аж может хлеб отрезать тебе кусочек? Да, мне кажется, они уже не будут. Нормально. Мне нормально. Ну тоже. Мне лучше всех, наверное. Я посередине. Ну там вообще вот это мясо шло с этим, с прожилкой такое большое, ну такая жесткая. Я не стала ее сейчас в плов ложить, хотя надо было, наверное, да? Ну это же говядина? Да, лопатка. Я просто люблю прожилки, а в этот раз не стала почему-то ложить мягче. Настя плов только с говядиной готовит. А с чем же еще готовить? Я ее солью хорошо промываю. Кто-то с курицей готовит. Вкусно, все как надо. У нас стерилизация. О, шаурма. Точно. Этот рис долго-долго промывают там под водой, чтобы не, не так надо. Прям прозрачно. Надо было сюда огурец запихать, а сверху еще этим замотать.
Нет. Мама, ешь черемшу. Не любишь черемшу? А ешь, конечно. Он говорил, что ты не любишь черемшу. Нам там целый пакет дали, она уже желтеть начала. Что, давайте, блядь. Я как-то пробовала ее морозить. Она так хорошая. Мы ее и выбросили. Это как первое время... А для чего ты ее морозила? Супы добавлять. И первое время использовала для супов, а потом все равно у меня что-то не пошла, не пошла. И она не лежала, лежала, потом стала перемораживаться, уже и мы выкинули. Конечно, на дикопольцу выжим. В общем, надо есть все свежим. Да. Дайте мне огурец, пожалуйста. Спасибо. Алёша, что сыпень? Алёша, да. Прямо сейчас предложу. Когда снимем. Настя научилась делать плов. Не, в этот раз раньше не могла делать, а сейчас смотрите. В этот раз не очень. Ребят, будет поменьше. Да куда он так рванул? Не знаю. Ну почему-то ты пришла, и он, мне кажется, не сосед. Электропуля. Ну понятно. А ты ходил. Я прихожу, и Леша не так гуляет. Как только я приду, и все. Для тебя намного. Все не так. Электропуля. Не, ну нормально, блин. Ну, может быть, соль, да. Вкусный плов, что ты. Может, соль надо. Не волнуйтесь. Сосед. Лешки остались. Все хорошо. Ничего не останется. Нам вроде рассыпчатый, ничего. Как праздничный плов может быть вообще невкусный, Настя? А. Сейчас что? Покушаем, чай поставим, у нас тортик ушел. Настя, может, изощрилась тут. Мама поэтому не уходит, будем еще чай. Повариха. Если бы не тортик, я бы и не пришла бы. Хочешь, я соль достану до сюда? Да, ну зачем, я вообще себе соль делаю. Можно, знаешь как, ламинарий посолить. И подъездом. Мне не надо. Мама заставила ламинарий пойти в аптеке забрать, но она еще его не забрала. Аккуратно. Заказали сушеный ламинарий, это какой-то источник йода, вы везде. Яйца, допустим, салаты добавляешь. Но она как вкусная. Молча. Я вот вареные яйца еще не могу без ламинария есть везде. Я вообще не солю. Будьте здоровы. Как вкусно как. Ты будешь плов? Иди, мама, да. Иди, мама. Ты обиделся, скажи, меня не позвали. Все сидят, а меня не позвали. Он бы пришел. Он просто не хочет. Похоже. Он ждет тортика. Понятно, еще один состояние. Ломает там все. Крушила. Ай-яй-яй. Слушай, надо может как-нибудь с бараниной приготовить плов. Тоже, мне кажется, вкусно будет. Да. Баранина трудно. Она такая как раз жирноватая, да? Но у нее такой специфический вкус, это баранина. Ну да. Так, Леша, да что-то происходит, а? Нельзя. Мелкий пупс. Ну все, сейчас. Плинтуса отрывает. Сейчас будет это. Вырывает. С корнями. Сейчас будет вот мстить. Мелкий мститель. Всех не позвали. Всех позвали, кроме него. Мстя его страшна. Паша, огурчики-то на. Мама, Я удивлена, как он вообще плов ест. Он его обычно вообще не ест. Да? Голодный. Он за шпурка же ест. Он как видит плов сразу. Он рад не ест. Ну, Паша, значит, взрослеет, молодец. Да, Паш? А, нет, он объедает. Умеет и взрослеет. Как только начинает все делать как взрослый, значит, все. Поумел. Это был хитрый маневр, чтобы никто ничего не видал. Тихо. Он дверь открыл. Не чтобы мы не видели, что там он делает. Ну да, да. Так и есть. Паша, огурчик любишь? О, самый маленький. Да тьмом, вот еще меньше. Чем-то нормально. Да, сравни их. Дальше на огурчики подсела. Одинаковые. Это да? Перчик. Мама, давай добавки накладывай. Накладывай. А потом торт не лежит. Что с ним? А, торт не лежит. Дай сюда. Тортик. Спасибо всем, пока. Это светлый огурец. Теперь все, что ли? Торт с собой тебе дадим еще. Ну да. Кусочек. Угу. Даже два. Если понравится, конечно. А почему?
такой сладенький. Сахар ты не ложишь сюда, нет? Куда? Все, куда? Нет, морковка. А, морковка. Слушай, такой сладенький. Да? О, угу. А морковка сладкая. Тебе можешь добавки положить? Нет, ну, я этого еще наелась. Там Паша сделает. Он же без тебя не может. Что, кушай? Оливку. В углу стоит. Он оливки любит. Да? Угу, обожает. Ну, может, вообще полтарелки. А ты что? За раз молчу. Может, за тарелку съесть. Они же кукурузу любят. Они же соленые. Нет, они не соленые. Ну, соленые. Маринованные соленые. Я не ненавижу оливки. Не, ну такой специфический. Все, сюда идет. Он кукурузу вот в банках любит. Иди к нам. Прочистил путь. Будешь? Я подкрался. Он нашел то, что искал. Он знал, где они лежат. Комары покусались с одной стороны, прям решетом. Тын-тын-тын-тын, три вот раза. На, попробуй пловик. Ложечку. С оливкой. О, все. Ничего не надо. Попрочите с оливками. Пошел поедать. Гурман. Да, в ротике. Бабе, можно? Вот знаешь, можно, Бабе? Ты в этот раз купил соль вот эту вот морскую. Спасибо, всем пока. Последнюю, помнишь? Ну, да. Вот до этого у нас была гималайская розовая соль. Надо гималайскую купить. Знаешь, что в ней прикол? Нет, не знаю. Вот ее солишь, это тоже йодированная вот морская соль. Ее солишь, а все окажется не соленое. Приходится досаливать, уже досаливаешь, опять не солено. А вот тут гималайскую посолишь, щепотку, сразу все, все блюда хорошего прям просоленные. Посолились. Да, это вот какая-то она непонятная, ничего не могу понять. Я там уже приноровилась, да, щепотку, и все, у меня блюда все нормальные. Спасибо. А тут солю. Соль не соленая. Стой, какая-то вообще не понятно. Вот гималайская роза, там, помнишь, она в коробках стоит, она недорогая, кстати. Вот можно взять ее лучше тут. Куда ты ступил? Не, ну ты мы используем, понятно. Но. Лёша, будешь рис? Замунал, не усаливать. А морси будешь? Да. Да. Вот плов, есть такое свойство, его ешь, и все хочется, и хочется, хочется. Никогда не угадаю. Вот у меня он такой. На следующий день давайте насыплю завтра, поешь еще в обед. Не-не-не. Давай, тут много. Я тебе наложу, не-не-не. И завтра поешь, вот его погреешь. Ты куда столько ешь, а? Ты куда столько ешь? Да, передайте тоже нельзя. Пошло же у нас чаепитие. А, кушай. Даша, можно потише, пожалуйста? Да. Не ест, я ему уже предлагала. Пока. Пока не закончится. Угу. Пока не пустеет тарелка. Пока ивки не закончатся. Надо торопиться, торопиться. Леша, не торопись, у тебя никто их не отберет. Надо чуть-чуть возьми. На, бери, ешь, а то немного, то нельзя. Налетели. Меры-то не знает. Ну. Он же огурцы берет. Баба, баба, а. Закончили. Тю-тю, да. Тю-тю. Давай, баба. Леша, вторая родинка появилась. Вот здесь на шее, где-то там. Ой, ты скушал. Бабе не дал. Бабе не дал. Бабе не дал? Ну. Самому мало. Не надо смеяться. Любитель. Подавится. Толкала в себя. Да? На, ложечку съешь, ложечку, на. Ложечку одну. Да, по-моему, уже ничего не надо. Упадешь. Он будет ждать десерта. Упадешь. Мама, я вот эту субботу же будешь еще отмечать? Я уже не знаю прям. Леша, ну-ка оставь в покое. А ты кого-то приглашала на субботу? Нет? Тетя Люда сегодня отметила свой день рождения. Эй! Что, Денис, будешь добавки-то? Не, я наелся. Я сразу всем положил хорошую порцию. А, баба кушает. А у тебя что в ротике, покажи? Пусто? Да.
Ну ладно, тогда будем. Ой, а, ну. Бабушки тарелки вкуснее. Тарелки вкуснее. Он решил показать, что у него тоже вроде бы есть. Давай, баба даст. Ну вот тут плов чуть-чуть. О, дело пошло. Бабушка добавки. Да, подожди, дай пирожок. Угу. Кушай. Ладно, успеваем. Распробовал. Успеваем. Подожди, жуй зубками. Жу, тебе вообще дать огурчик тебе? Нет, огурчик дать? На, с огурчиком. Это дать? Да. На. Ага, все сопожает. Скажите, мне оливку дала? Так он их так слопал. Отлично. Да зачем, не надо больше. Что, больше думаешь, что его есть? Ну так, а вдруг? Дело пошло. Пусть сейчас поест, да сытый будет. Просто бабушка его никогда не кормила со своей тарелки. Как она? Мы уберем, не волнуйся. Тебе еще дать? Не переживай. Будет Леша еще кушать? Нет? Да. Ай, вкусно, как ему секунду. Я вижу. В ротике, да. Кушай, жуй. Жуй, жуй. Покажи, как ты жуешь. Ну-ка, покажи, как ты. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Хорошо прожевывай. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Паша сегодня в обед гречку поел с печенкой. Да ладно. Да, он ел сегодня печенку. Ну, распробовал. Ну, я же говорю, его надо заставить, ему. Я ему еще яичко пожарила. Он еще яйца съел. Хорошо покушал. Давай, баба, на ложечку подними. Он, короче, распробовал. Давай, да. Вкусно. Голод не тетка заставит кушать. Алёша вот в обед, что я ему то же самое предложила, говорит, что... Жуй! Жуй, баба, на ложе. Лёша, прожуй сначала. Жуй, тебя в ротик немного. Потом ещё возьми. Не хотел, то всё. Меня оттащишь. Кормите теперь меня. Так, Лёша, не трогай каку, каку уберём, не волнуйся. Не переживай. Я тебя там не вижу. Бабушка, интересно, когда кормит. Всё? Наелся или ещё? Да! Ну ладно, будем заканчивать, в общем, это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока! Пока-пока!